Очередной четверг, очередное путешествие. Колесить по стране будет один ведущий – Арсений Декусар. Ребят, а вы Катю не видели? Маршрут творческий, а точнее ремесленный. Его разработали для иностранных туристов. Команда «В путь» решила первой по нему проехать. Здравствуйте. Привет. Нет, сейчас коронавирус, только так. Это та самая мастерская, знаменитая Дубасарская. Знаменитая Дубасарская мастерская, да. В планах научиться работать с кожей и деревом, для этого предстоит отправиться в Бендеры. Что это за дерево? Это дерево глядичие. Я не знаю, что такое дерево. Акация с большими иглами, вот такими, если видели когда-нибудь. Ну все, да, теперь буду знать. Думаете, сделать деревянную солонку просто? Отнюдь. Процесс это хоть и пыльный, но очень занимательный. А еще в программе «Основы ткацкого ремесла». Не запутается ли Арсений в пряже? Узнаем скоро. Ну, такой достаточно кропотливый процесс. Это всего лишь основа, то есть это даже, по сути, непосредственно, да, мы еще не приступили. Какие еще ремесла можно изучить в нашем крае и когда можно будет отправиться в познавательный тур? Расскажем уже сегодня вечером, сразу после КЭБа.